Всем привет! Давайте сегодня поговорим, что такое DynaMesh, что он делает в этой программе, для чего он нужен. В принципе, изучим его. Разберем его, давайте, на примере вот этой модели. Вот вы начинаете, допустим, лепить. Сейчас давайте сначала я вам покажу его полигоны. Вот так он выглядит. Все это дело. Давайте теперь вот вы его лепите. Поставим move. Чуть прибавим. И давайте вот вы, допустим, вытягиваете. Вот, допустим, вот такие вам нужны моменты. Не знаю, там волос или еще что-то. Рога, допустим. Вот так вы делаете. И давайте посмотрим, как меняется сетка при работе. Вот вы видите. Как поменялась наша сетка. И что в этом случае делать. Допустим, вы начинаете по ней скульптрить. Вот такой у вас получается ломка. Вот. Меняются полигоны, потом будет модель искажена, начнет рвать ее тут на этих местах, будут детали плохо прорисовываться. Вот, смотрите, как меняется сетка. И что для этого нужно сделать, для чего нужен DynaMesh? Он меняет нашу сетку, выравнивает полигоны наши, одинаково делает сетку. Давайте ее откроем, посмотрим. Кстати, если вы пользуетесь DynaMesh, у вас не должно здесь быть дивайдов, вот этих уровней, их надо будет удалить, потому что DynaMesh потом не работает, это тоже у него получается казусы тут. Открываем DynaMesh. Вот что вот этот ползунок значит, это сколько, допустим, сколько полигонов, если вот нарисовать квадрат визуально, и вот, допустим, он получается 264 на 264, вот в этот квадрат он вписывается, эти полигоны, и вот сколько полигонов нам надо, мы их ставим, допустим, и жмем DynaMesh. Сейчас вы увидите, как изменится сетка. Вот давайте теперь посмотрим нашу сетку. Вот она выровнялась. Она стала одинакова по отношению. Вот даже если вы будете потом затирать, что-то выравнивать, что-то потом, допустим, по ней скульптрить. Вот видите уже, как классно все получается. Эти места наносится равномерно, без изломов, четкие линии. Вот так это все будет выглядеть. И потом вы все это дело можете затирать, наносить маску, все это будет нормально работать. Все, всем пока. До свидания.